Сегодня вечером на мосте мертвых душ ты ответишь за то, что говоришь. Вы видите это? О, господи, просто шесть! Чё творим? Про меня зовут царь Геонис. И бро, срау уже, переподписывайся на мой канал, чтобы выступить в мою суприм-банду. Ведь почти ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, про тебе не очень нравится быть под нами. Так что скорее подписывайся на мой канал, чтобы выступить в самую сильную банду на ютубе. А также сегодня со мной здесь снимает Настя. Привет! Джейсон Вурхиз и Майкл Майерс — два самых опасных маньяка в мире. На их счету более десятки тысяч смертей. И этих маньяков я уже снял на свой дрон. И оба раза я поймал их именно в тот момент, когда они совершали свои убийства. Была полная жесть, банда, мне все еще страшно. В прошлый раз со своего дрона я снимал Майкла Майерса. И в том видео я пообещал, что одновременно позвоню Джейсону Вурхизу, Майклу Майерсу, чтобы каким-то образом свести их, и они подрались. И вы не поверите, банда, но я уже позвонил им одновременно. Вот как это было. Алло. Алло. Джейсон Вурхиз вас слушает. Алло. Говорите. Кто это? Майкл Майерс, мой молчаливый друг. Слышал, что ты сделал с той семьей. Я бы справился получше. Молчание — знак согласия. Скажи уже хоть что-то, самый слабый маньяк. Тебя это задевает. Прошлый раз ты кричал от боли. Молил меня о пощаде. Если не боишься меня, то давай встретимся на мосту около кладбища. Тот самый мост, где ты молил меня о пощаде. Ты сдохнешь, урод. Так ты все же умеешь говорить. Этот раз твоя мать тебя не спасет. Не смей трогать мою мать. Все, что ты можешь, это прятаться за спиной своей матери, которая уже давно подохла. Ты ответишь за свои слова, Майкл. Сегодня вечером на мосте мертвых душ ты ответишь за то, что говоришь. Умри уже, маньяк тупой. Такая жесть, банда, они все-таки договорились о встрече на каком-то мосту мертвых душ. Я, правда, не совсем понимаю, где это, но немного догадываюсь. Тем не менее, банда, давайте на это видео наберем 20 тысяч лайков. И тогда я сниму маску с Майклом Майерсом и наконец-то увидим его настоящее лицо. Так что будет скорее, ставь лайк, а также, бро, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. И если инстаграма, банда, мы общаемся со всеми вами. Подпишись на наш напишем директ и все, жди. Уже скоро отвечу именно тебе, так что будет скорее, ссылка в описании, ставь лайк. А мы теперь запускаем наш дрон, погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы. Настя уже запустила дрон. Просто жесть, посмотрите на эту местность. На улице ужасная погода, идет снег с дождем, все так плохо видно. Окей, тем не менее, банда, мы просто не могли пропустить этот легендарный бой, именно поэтому сегодня мы здесь. Надеюсь, что мы сегодня с этой погодой не потеряем наш дрон. Тем не менее, банда, Джейсон Вурхиз говорил про какой-то мост. Не знаю, что это за мост, но здесь вроде бы никакого моста нету. Я не понимаю, о каком вообще мосте шла речь. По координатам, которых он примерно говорил, все будет происходить именно здесь. Это здесь должен быть тот самый мост, именно поэтому будем его просто искать. А еще, банда, я очень переживаю, чтобы ничего не пропустить. Я и в прошлый раз очень сильно переживал, чтобы ничего не пропустить, когда была драка Джейсона Вурхиза против Фредди Крюгера. И сегодня так же само переживаю. Это два огромных маньяка, они просто разорвут друг друга. Я вообще не знаю, что с сегодняшнего боя ожидать. Тем не менее, банда, я пока что не вижу никакой мост. Это очень странно. Неужели они просто решили нас обмануть? То есть встретиться где-то в отдельном месте, чтобы мы их не увидели? Это очень странно. Тем не менее, пока что ничего не видно.
Одна слетит над каким-то ручьем, и пока что не видно никакого моста. Это очень странно, банда. Сегодня я уверен, что кто-то 100% умрет. Я, в принципе, более всего болею за Джейсона Вурхиса. А ты за кого болеешь? Да, я тоже за него. Очень надеюсь, что Джейсон Вурхис сегодня выиграет, потому что в прошлый раз, когда мы видели убийство от Майкла Майерса, это было очень ужасно. Тем не менее, пока что нету никакого моста. Настя пока что все еще ничего не сняла. И это очень странно. Неужели нас реально просто взяли и обманули? Просто жесть, банда, где это ты? Окей, дрон же, скорее всего, далее не полетит. И это очень странно. Почему-то сигнал начал пропадать. Окей, тем не менее, давай уже возвращаться назад. Возможно, где-то там будет тот мост. Посмотри, здесь какая-то полянка. Тоже есть какой-то ручей. Вы видите это, банда? Возможно, именно здесь где-то есть тот самый мост. Посмотри, вот он, ты видишь? Да. Очень плохо видно за деревьями, но вон он. Да, это вижу. Тот самый мост, о котором, похоже, говорил Джейсон Вурхис. Похоже, именно здесь и будет происходить та самая драка. Просто жесть, банда, мне в это прям не верится. Мы сегодня снимем реальную драку Джейсона Вурхиса против Майкла Майерса. Кстати, в прошлый раз, когда был бой Фредди Крюгера и Джейсона Вурхиса, Джейсон Вурхис победил. Фредди Крюгер просто умер. Возможно, он все же остался жив, но мы уже не продолжали за ним наблюдать. О, посмотри, здесь какое-то кладбище. Это так жутко, банда, их бой будет происходить на фоне кладбища. Просто жесть. Ого, кто это? Какой-то человек ходит над кладбищем, очень странно. Погоди, походка похожа на Джейсона Вурхиса. Неужели это он? Просто жесть, посмотри, у него маска! Это Джейсон Вурхис! Он все-таки пришел, банда! Но почему он именно на кладбище? Просто жесть, посмотри на него, он садится! Неужели он пришел к могиле своей матери? Такая жесть, с кем он разговаривает? Ты видишь это? Да! А у Джейсона Вурхиса шиза! Он же слышит голоса своей матери, постоянно видит чертания, хотя она уже давно мертва! Просто жесть, банда, он пришел на кладбище, где похоронена его мать, и он с ней разговаривает, когда ее вообще нету! Там просто никого нету, вы это видите? Это реально стрёмно! Получается, что бой все-таки будет происходить где-то здесь, потому что Джейсон Вурхис на месте! Мне просто в это не верится, супербанда! Он куда-то встает и идет! Просто жесть, я так переживаю! Сегодня будет реально очень сильный бой! О, господи, что он делает? Куда-то уходит! Скорее всего, что он уже идет тому самому мосту, о котором мы только что говорили, который мы видели! О, посмотри, он что-то берет! Какой-то мешок, интересно, что там? Возможно, там какое-то оружие! В этот раз он уже решил подготовиться к бою против Майкла Майерса, потому что он понимает, что Майкл Майерс намного опаснее, чем Фредди Крюгер! Такая жесть, банда! Это просто два нереально сильных маньяка, которых на счету просто тысячи убийств! И сегодня они будут сражаться против друг друга. Это реально очень легендарный бой. Я жду его просто с нетерпением, банда. Окей, тем не менее, он куда-то уходит. Интересно, куда он вообще идет? Похоже, что он идет к тому самому мосту, который мы только что видели. Еще очень интересно, что у него сейчас в голове происходит. Потому что что он, что Майкл Майерс очень молчаливые. Они практически не разговаривают в жизни. Интересно, о чем они вообще думают, эти маньяки? Окей, тем не менее, он куда-то идет. Мне просто в это не верится, банда. Сегодня будет реально легендарный бой. Надеюсь, за это вы уже поставили лайк. И получается, банда, что мы все-таки ничего не пропустим. Мы увидим этот бой от начала до конца. Окей, мы видим, что Джейсон Вурхис уже пришел. А интересно ли уже пришел Майкл Майерс? Скорее всего, что он будет идти с другой стороны. Думаю, нужно облететь. Просто жесть, посмотрите. Он поворачивает сюда. Да, банда! Он уже идет к этому мосту, на котором будет происходить этот бой. Он уже готовится к бою. Просто жесть! Это реальный Джейсон Вурхис. Просто посмотрите, какой он огромный. Такая жесть, мне просто в это не верится, банда. Окей, что он делает? О, господи, посмотри, он смотрит на наш дрон. Ты видишь это? Да. Просто жесть, он видит его. Такая жесть, банда, мне просто в это не верится. Мы только что сняли реального Джейсона Вурхиса. И он уже на месте. И похоже, что у него в мешке есть какое-то оружие. Окей, тем не менее, где Майкл Майерс? Его пока что не видно. Будет забавно, если пришел только Джейсон Вурхис, а Майкл Майерс испугался и решил не приходить сюда. Окей, тем не менее, пока что не видно кто-то никакого идет? Яка. Да, и правда, посмотрите, бад, вон в кустах. Это, похоже, Майкл Майерс. Посмотри, какой он большой. Это 100%, он там даже маску видно, белую. Это лицо его маски, банда, вы видите это? Он здесь какой-то трубой, ты видишь это? Он тоже вооружен. Похоже, они обои понимают, что это уже бой не на жизнь, а на смерть. И они обои настроены решительно. Окей, тем не менее, Майкл Майерс продолжает идти к этому мосту. Получается, что бой все-таки состоится, мы его не пропустили. Это очень хорошо, банда. Похоже, что Джейсон Вурхис решил все-таки взять какое-то наставление от мамы. Потому что обычно она говорит ему, кого убивать. Если он сегодня убьет Майкла Майерса, то получается, мать Джейсона Вурхиса
сейчас сама ему так сказала сделать. О, посмотри, вон он идет, Джейсон Воорхис, просто жесть. Он распускается к этому мосту. Мне просто в это не верится, Суприм Банда. О, посмотри, он что-то достает из мешка, ты видишь это? Там что, просто какое-то оружие, интересно, что там? Это бензопила, ты видишь это? Он просто сегодня распилит этого Майкла Майерса. Теперь я уже точно уверен, что Джейсон Воорхис победит. Окей, просто посмотри, у него заводит, ты видишь это? Такая жесть, Банда, мне просто в это не верится. Сегодня Джейсон Воорхис реально фаворит в этой битве. Потому что он пришел с бензопилой, только вдумайтесь в это. Он просто его распилит, запросто уничтожит. О, господи, посмотри, они уже начинают встречу. Такая жесть, Банда, бой начинается, вы видите это? О, господи, просто жесть. Вы видели, там прям искры шли. Опять посмотрите на это. О, господи, мне просто в это не верится, вы видите? Это реально бой Джейсона Воорхиса против Майкла Майерса. Такая жесть. О, посмотри, Майкл Майерс просто уворачивается. Джейсон Воорхис не может попасть по нему. Такая жесть, Банда, мне просто в это не верится. Давай, Джейсон Воорхис, ты сможешь его уничтожить. О, посмотри, они начинают просто драться. О, давай, Джейсон, добивай его. Просто жесть, Майкл отбился. Мне просто в это не верится, Банда, вы видите это? Ну же, давай, Джейсон. Пока что Майкл Майерс очень хорошо держится. Возможно же, Майкл Майерс сегодня победит. О, посмотри. О, господи, уже это конец. Майкл Майерс просто его свалил, ты видишь это? Такая жесть, Банда. Майкл Майерс тоже такой же самый сильный, как и Джейсон Воорхис. О, посмотрите, что они делают. Давай, Джейсон. О, просто жесть, его завалил. Такая жесть, Банда, мне в это не верится. Они оба стоят и продолжают драку. Джейсон снова заводит бензопилу. О, просто жесть. Майкл его пыкнул со всей силы. О, господи, Джейсон уже вряд ли встанет, я не думаю. Он просто вырубился. Нет, он жив, посмотри. Майкл Майерс подобрал его пилу, ты видишь это? Он хочет выбросить ее в речку. Джейсон Воорхис все еще живо. О, господи, лед не пробился. Он не смог ее потопить. Просто жесть, вы видите это? Майкл Майерс заметил наш трон. Он отвлекся на него. Просто посмотрите, Джейсон Воорхис использовался этим моментом и завалил его. Просто посмотрите. Он пытается его ударить в голову, но не получается. Такая жесть, Банда. Это реально жесткий бой. Ну же, давайте продолжайте драться. Как они вообще живы после таких ударов? О, это был сильный удар от Джейсона. Посмотри, Майкл ударил его в руку. Ну же, давайте. Просто жесть. Посмотрите, там уже идет реально очень сильные удары. Я бы, наверное, ни одного из них удара не выдержал. Они продолжают драться. О, посмотри, это был сильный удар от Джейсона. О, господи, такая же, похоже, Майкл проигрывает. Джейсон все же сильнее, посмотри. О, это был жесткий удар, вы видели это? Майкл Майерс просто упал. И Джейсон его еще пихает, и все, Банда, это конец. Джейсон Воорхис просто победил. Просто посмотрите. О, господи, вы видите это? Джейсон Воорхис реально победил Майкла Майерса. Получается, Джейсон Воорхис не из самых сильных маньяков. Он его просто выбросил до речки. Такая жесть. И сам уходит. Джейсон Воорхис победил в этом бою, вы видите это? Майкл Майерс просто в отключке. Мне просто в это не верится. Джейсон Воорхис в очередной раз выиграл. Посмотрите, Майкл Майерс просто лежит без сознания. Вы видите, это Банда. Такая жесть. Неужели же просто умер? Не думаю, что после таких ударов Майкл Майерс, такой мощный маньяк, просто умер. Скорее всего, что он просто потерял сознание. Мне просто в это не верится, Банда. Он просто лежит и все. О, господи, ну же, Майкл, давай вставай. Ты сейчас сможешь победить Джейсона. Он еще не слишком далеко ушел. Он просто лежит, Банда, это конец. Джейсон Воорхис победил Майкла Майерса. Получается, Банда, что Джейсон Воорхис намного сильнее Майкла Майерса, раз уж он так просто его победил. Тем не менее, Банда, пишите в комментариях, ли вы хотите, чтобы Джейсон Воорхис сразился против кожаного лица, и они проверили, кто из них сильнее. Это будет реально мощный бой, так что пиши в комментариях, а также, бро, не забывай 30 тысяч лайков, я снимаю маску с Майкла Майерса, и мы увидим его настоящее лицо, так что поскорее ставь лайк, пиши комментарий, а также, бро, вот комменты с прошлого видео, просто, конечно, шикарные. Делаешь комментарии. А если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь нужно опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и все, бро. Ты уже в новом видео, лайк, колокольчик, это видео, бандит. Так что скорее ставь лайк, подписывайся. А также, бро, помни одно, оставайся тебе шикарным. Пока!